Здравствуйте, дорогие друзья! Хотел показать вам родник, на котором мы набираем воду для того, чтобы делать отвары из чаги и использовать эти отвары, а вернее даже выпарки, потому что мы выпариваем воду на температуре 60 градусов до, собственно говоря, такого густого-густого экстракта, который добавляем, например, в наше мыло, которое мы делаем из чаги. Например, на кусочек мыла 80 грамм идет аж 100 грамм чаги, которая... Вот, как раз выпаривается вот из этой, на этой родниковой воде. Вот видите, написано: берегите природу, мать вашу. И вот тут вот такой вот замечательный родник. С чистой-чистой родниковой водой. Тут вот иконка Богоматери стоит. И вот сейчас вам покажу. Тут такая вот чистейшая, кристально чистая родниковая вода. И вот на такую воду мы используем для наших отваров.